дров ухожу просто. Да, дров просто какое-то нереальное количество. Можно обогревать пол Украины, да, три как зимы. Падали. Ого. Это наши уже резали. Это опять остановились. Что там происходит? Вот Танзания тут нарисована. Сразу слезы на глазах. Так. Что-то тут пробка. Догнали мы всех. Так, куда-то уперлись. Две Нивы. Хорошие места. Подъем. И все. Да не, он рыть будет дальше. Толкайте, он заедет, Паша. Пошли так. Да, колеса. Тут надо спускать. Сам заехал. Прикинь. А тут что? У вас было что-то новое? Что? Вселили дрова. А, вот то там выпилили. Ух, как Ранглер. Я думал, в УАЗе только так мост прыгает. Чуть-чуть назад. Павло, благослови его, благослови! Колеса не спущены. А какое давление в шинах? Два? Ну да, надо. Спуститься заедете спокойно. Попытка номер три. Коксу больше. Как только люди на газ не нажмут, лишь бы не спускаться, да? Не, ну эта машина заедет. Эта машина заедет. Так, по звуку что-то серьезная машина Нива. Все, не доехал. Тяжело. Не хватает клиренса. Чуть назад. И левее руль немножко влево. Много на ней веса лишнего. Не хватает клиренса. Не тянет. Бензин есть у меня? Хай на бензин переключи. Так, попытка, я уже сбился со счета. Упорно дубасит. Пилоты Нивы, вы же знаете, какие они серьезные, но Рубикону было сложно. Ну, в смысле, в Ранглеру.
Ну почти. А вот более правильная Нива с первого раза доехала, на которой нет лишнего веса. Смотрите, просто берет и едет. Вес решает. Вот это у тебя ровно руль вот так. Вот так чуть-чуть вправо. А все. Выворачиваешь вправо. Давай все вместе, Андрюха. Резина такая же, как шал. Давай, мы скорее. Навешано на нее сколько. А у него обороты не набирают. На него и башка. Вот это мне надо бежать на пенсии, блин, чтобы затолкнуть эту Ниву или что? У тебя есть изолента? А у тебя видно руль как прямо. Ну так и держи его. Прямо поставь его и не крути вообще. Давай назад и со второй. А не. Давай. Давай. Надо спуститься. А какое давление у тебя? А? Не слышу. Полтора. Хорош, хорош. Она развесится. Рулем не крутим, бля. Бородач лично, давай. Поехали. Забыл включить. Пошла. Павло, ты не мог сразу благословить его? Ёхана баба. Так, теперь Нива. Мечты. А. Подожди, хоть бы ноги убрать с дороги успеть. И стартануть. Он легче, видишь? Да не, хай натопчет себе хотя бы метров пять дороги. Чуть-чуть ей надо было. Чуть-чуть ей надо было помочь. Так, LJ. Ну правильно, сейчас уже будем ехать. Сейчас желтый LJ пошел. Да. Это не Нива, ее так не подтолкнешь. Не, ну можно, конечно. Слышь, лодочный мотор где-то по Днепру плывет кто-то. Ребенок уже дрова собирает, правильно, ребенок? Это надолго, наверное. Ограничь передачи, чтобы она не клацала.
Вниз толкают. Экспедиции. Где болт? Можно это, можно болта попросить. Гранату сыпай. Сейчас мокрый. Понижайку включай. Ну я тату иду, тату. С палку иду, давай. Руслан, ну дай мне. О, какой разгон пошел. Кубарев, это в Карпатах дизельным. Говорю, кончаем сегодня. Так, ребенок, осторожно, машина идет. Идет, наконец-то. Крис провел консультацию, и все нормально. Андрюха, отъедь! Что надо было выпустить, чтобы она так выехала? Да едь, вперед просто. У вас патриот. Ну этот хоть... Я батарейку положил в карман. Я включил камеру. Глянь, пошел с места. Пошел. Даже раскаты на дорогу. Ночи на комбайне. Ночи на комбайне, это точно. И чуть рулем туда. Легенько, легенько, не так сильно. И чуть назад. Чуть назад полметра. Еще может чуть-чуть. Впереди машина не мешает. Есть сомнело стало. Не, пока нет. Игорь, давай со мной 3 назад. Еще, давай. Чтобы выскочить с этих ям, что ты накопал. А сами тут она потихонечку идет. Пробуй вот так ее раскатывать. Еще чуть-чуть, потихонечку лезет. Тут такое место, немножко еще пару раз туда-сюда. Да, идет понемногу. Там задние колеса в диагоналку, еще полметра назад. Полметра назад, чтобы у тебя такой как скачок был. Подтолкните его, Крис! Идем. Пошли. Пошли толкнем, там ему чуть-чуть не хватает. Испугался, чтобы не толкали. Нормально. Патриот. Реальный внедорожник. Едет? Бежит. Уничтожает просто. Унижает просто. Просто едет, колеса спущены, наверное. А сколько у тебя колеса накачаны? Сзади 1,2, а спереди, наверное, 1,5. Ну, потому и едет, поехали. Блин, ты на драйве чисто сбросил, она сама заехала? Ну да, на хорошо. Да. Правильные шины и все. Правильное давление и все едет. Они тут, скажи, извращаются, да? Оборот, не буксуешь, она себе тянет. Ну, у тебя, видишь, немножко другая машина. Патриот заехал. Смотри, что он без пола колеса и выехал. Или уже так прокатали. Сотка выехала. Комфостер. Нормально гребет. Шины четкие. Что, едем. Дальше гараж ждет нас. Так, вот следующий жестячок. Нива стоит. Сейчас все сюда доедут. Ну, да, тут посерьезнее немножко. Там уже пробили более-менее. Все едут. А тут сейчас будет рубка не детская. На лебеде ребята зацепились. Готовит трассу остальным.
селедку. Ты педаль у газа, держи обороты. Он тебя не слышит, наверное. Не во встоке только. Утяжелили ее немножко. Где это люди по этой дороге на те дачи ездят? Да. Хорош. Так, время 17:14. Ну, еще минут 30-40 и будет темно. Немножко до Лебедицы осталось. Сейчас посмотрим, стоковая Нива без утяжеления на этом же куске может и заскочить. И тут так сложно. Такой тут уклон. Ничего, подъем. Сейчас зацепили вранглером. Так, ну теперь Нива номер один с серьезным пилотом. Без лишних. Видите, какая разница колоссальная. Представляете разницу? Ну, пилот, конечно, другой, ну и Нива чуть другая. Сколько времени заняло предыдущее. Теперь интересно, что с FJM будет. FJ ходом с вывернутым рулем. Но опыт приобрел на предыдущем подъеме. Зашел. Патриоту будет сложнее, хотя может и заедет. Потерял ход. Красиво, просто раскатали, пробили маршрут, но Олег глумится в жесткой форме. Просто едет. Какая разница? Бешеная. Так, что это такое? Land Cruiser 100. Без напряга. Пробили маршрут. Было накопано. Пробили, заезжают. Прада. Там. Пробили дорогу, все нормально. Кто там? Давай, только наверху, там уже машина, поэтому так наверху остановишься. Андрей. Андрей, коксу, давай, коксу. Блин, не то экшина, не то видео. Фильма нету. А ты куда поехал? Без команды. Ты куда поехал без команды? Все, пока ждем, ребята.
Pajero Sport из Африки. Поехали. И там вон дальше какая-то движуха видна. Вот он, этот легендарный УАЗ-2108, Mazda и все остальное. Все. Остался Леня, наверное, один внизу. Поехали. Леня может тут позволить себе остановиться, тронуться. Вон он внутри. Темнеть начинает. И все стоят. Там еще, наверное, подъем. Бешеная пробка. А. Кто это? Кто это? А, это ты? Это я. Толкай Range Rover, и там оно все пойдет по реакции цепной. Так, какие-то тут пробки зверские просто. Как в Киеве почти. А вон подъем. Надо было срезать. Пробка огромная, многочасовая. Да, все стоят. А мы идем.